Нет, наш дом. Блин, вы что наделали про кендолы? Тихо. Ладно, не плачь, все, стой. Ну, Бас, ну, слушай, мы... Ну, Бас, ну не плачь, мы потом отомстим. Слушай, держи, алмазик, я тебе подарю. Вы что, про кендолы недоделанные? Ну-ка, восстанавливайте наш дом, быстро! Быстро восстанавливайте! Восстанавливайте, фигушки вам, понятно? Вы офигели, что ли? Молчать! Я натравлю на вас огромную банду нубиков! Ой, да мы не боимся их! У нас есть троллинг-ловушки для них! Так, ну да хватит угорать! У меня есть идея! Какая? Ну как, какая? Короче, мы вам восстановим дом, если подписчики поставят лайк за секунду! О! Чё? За одну секунду ты чё? Они же не успеют поставить-то! Нубик! Ты все успокойся, они успеют. Да, все хорошо тогда. Давайте, они все успели, отстраивайте нам домик. Они думают, что успеют. Ну ладно, ладно, давайте, я пошутил. Значит так, условие такое, мы вам восстановим дом, если они подпишутся на все наши каналы за полсекунды. О, да вы еще нереальные условия придумали, вы офигели. Ну, молитесь, нубики, молитесь. Успели, что ты ржешь, все. Валим отсюда, валим, валим. Никогда свой дом не получите. Все, давайте, уходите там. Капец. В пещеру свою. Ну, Бас, они вообще офигели. Ха-ха, давайте, давайте, уходите там. Смотри, они-то тут сдали, они застали нас. Да. Мы сейчас закроемся, и вы не зайдете к нам. Все, пока. Отсюда, бери, бери. Отсюда, кыш, кыш, кыш. Вы вообще офигели уже. Ну, Бас, пошли строить домик. Сейчас закроемся. Смотри. Сейчас мы их докроем, они хрен ты туда выберут. Давай, ну, Бас, нифига ты что придумал. Ну что, нубик, что будем делать-то мы? Я не знаю, смотри, они вообще... Блин, эти прокиндалы вообще весь дом нас... Смотри, что сделали с ним. Это же капец вообще. Блин, и что сейчас делать будем? Где мы с тобой сейчас будем жить? Блинский, блинский, блин. Блин, а ты, кстати, помнишь, Нубас, они же, смотри... У меня есть идея. Какая, давай. Давай домик в пещере. Прям там? Ты что, если нас зомби сожрут? Да не сожрут, мы же... Ну, Бас, это военные. А, точно, ты что хочешь? А, давай здесь, знаешь как? Давай здесь стенку сделаем прямо из земли. И загородимся, получается, от этих всех зомби. Только давай не вот здесь вот прям начинать делать, а где-нибудь подальше. А, ты хочешь, чтобы нас еще про кендолы эти не нашли? Да, вот. Вот здесь вот где-нибудь. Вот, давай, нифига ты что придумал. Блин, я даже за такой... Ой, смотри, смотри. Ой, ну, Бас, там же криперы. Да ты в том, мы за тобой в клетке. А, фу, блин, я забыл. Я думал, мы сейчас сгорим с тобой. Давай нет, давай сильно далеко не будем уходить. Давай тогда здесь домик построим. Давай. Только подожди, нет, давай вот здесь вот. Вот прям вот здесь, вот здесь, вот здесь. Да это все равно слишком далеко, мне кажется. Так, зато они нас не найдут. А, ну ладно, давай. Смотри тогда. Сейчас тогда здесь сделаю стенку. Давай я сделаю стенку. О, нет. Смотри, вот я хотел поставить из земли, но земля же слабенький блок. Значит, я придумал кое-что другое. Смотри. Золото, ну Бас, смотри. Вот, блин. К нам потом точно ни один моб не придет и не сможет нас убить. Давай только вот этих сейчас двух убьем, а то не офигеешь и пришли тут к нам в домик. Вот ли у меня есть алмазный меч? Зачем у тебя алмазный меч? Ну Бас, выкини его быстро, он же вообще... Он, блин, вообще говенный. Нубик, ну что, давай тогда еще одну стену построим. Да, чтобы, получается, к нам профессионалы все зайти не смогли. Прокиндолы взяли, только наш дом сломали, капец. Вот кто так делает? Вот, Нубик, вот ты бы так сделал? Нет. Я бы тоже так не делал. Потому что нубики должны быть добрые. А прокиндолы злые какие-то, блин, офигеть вообще. Еще и условия там поставили, чтобы домик нам не восстанавливать. Вот, ну ты прикольно, как цепенки смотрят. О, нифига себе, ты что придумал? Да, круто выглядит вообще. Подожди, какие у нас дверки будут? Металлические. О, давай. А давай, может, еще ловушечку сделаем для этих профессионалов, чтобы они поняли, что к нам в дом входить нельзя. О, давай! Я уже даже придумал, что мы будем делать. Смотри, у меня есть одна очень крутая идея. Смотри. Так. Надеюсь, это будет лава. Не, давай сделаем не из лавы, чтобы они просто поняли свою ошибку, но не умирали, потому что их как бы тоже немножко жалко же. Ну, они не посадили нас в дом. Ну, мы теперь в пещере холодной ночуем. Это как бы да. Ну, блин, ну мы зато будем умнее, чем они, да? Да. Вот, все. Давай, короче, смотри, здесь сейчас эту водичку уберем немножко. Ну, Бас, короче, смотри, я тут поставил блоки, сейчас смотри, я ставлю вот сюда плитку. И сейчас нужно поставить дверки так, чтобы потом, когда встаешь на эту плитку, чтобы дверки закрывались. А как это сделать? Это я не знаю пока что. Ну-ка, дай мне дверки, я сейчас попробую так поставить. Я, конечно, не уверен, что у меня получится, но попробовать стоит. Так, смотри. Так, так, так и так. Вот, ну, Бас, смотри, ловушечка готова. Потом эти прокиндолы попадутся в эту ловушку. Ой, блин, она не сработала.
Да слаботало, они же не додумаются отсюда выйти вот так вот и все. Да нет, надо переделать, ты че? Вот даже если ты додумался, то про кендолы точно додумаются, они же так умные. Так мы-то умные, они тупые. Ну блин, ну как бы, они мне кажется все равно умнее, чем мы. Ну давай, как ее тогда сделать? Так, о, ну-ка, сейчас я попробую. О, ты че меня-то закрыл, ну бас? А как я сейчас вылазить-то буду? Ой, подожди, подожди. А, у меня получилось вылезти, все круто. Ну правда, опа. Смотри, ну бас, ты дурак. Ты-то сейчас не сможешь. О, я вылез. Так быстро, нифига себе ты. Ну правда, смотри, здесь дверька немножко криво стоит. Ну ладно, да, мы все равно затроллим этих прокиндолов. Все, пошли сейчас домик быстренько сделаем себе, чтобы мы могли спать. Блин, тогда тут дозы сделки надо поставить. Давай поставим. Я поставил. А как мы будем заходить сюда? А, давай сделаем рычаги. Рычаги? Да. Давай. Смотри, нифига мы что придумали. Ну бас, смотри, как круто у нас получилось. Все, пошли сейчас домик обустраивать. Блин, так ты выйди. Зачем? Так, а в смысле? Так проверим нашу постройку. А, ну ладно, сейчас тогда закрой здесь рычаг. Все, смотри, ну бас, как круто получилось, блин. О, блин, близкий, подпачь-то мы как, блин, а. А как мы сейчас заходить-то будем, ну бас? А что-то я об этом не подумал. И что мы сейчас с тобой будем делать? Рычаг в дуке. Блин, точно, я про него вообще забыл. Блин, ну бас, нифига мы с тобой все-таки глупые, а. Ой, давай это, открой дверку, пожалуйста. А, ты хочешь, чтобы сюда профессионалы не заходили? Ну ладно, давай так и сделаем. Все, давай домик обустраивать. Это еще одна нубская ловушка для этих плакиндолов. Да, это самая крутая ловушка для профессионалов, чтобы они точно в нем попались. Так, все, давай. Давай уже домик с тобой начнем обустраивать. Ну бас. Ну бас, а давай сделаем наш домик из шерсти, чтобы нам тепло было, потому что здесь же в пещере вообще холодно. Блин, я уже начал золотом драгоценным нашим делом. Ну давай, пусть стенки будут из золота, а пол из шерсти. И тоже из желтой. Ой, нифига, как круто будет выглядеть. Вообще-вообще-нски. Блин, смотри, какая классотень-то получилась. О, нифига, здесь так ярко от этих камушков. Смотри, ну бас, у меня есть идея, как мы кроватки поставим. Смотри, вот сюда. Но чтобы мы слишком близко с тобой не спали, я поставлю здесь заборчик. Смотри, вот так вот. И вот так, смотри, как круто выглядит. Это классик, мы зато теперь будем раздельно спать, не то, что в предыдущем домике. Да, а то там как-то не очень было. Так просто здесь, смотри, места больше из-за этого. Так, что мы сюда поставим? Картины. Давай сделаем очень много картин, смотри. Нам надо еще будет поставить где-то верстак. Давай я картинами займусь, а ты верстаком. А, давай так и сделаем тогда. Смотри! Что ты сделал? Это что, кустики это получается, чтобы нам вкусно пахло, когда мы спать будем? Ага. Нифига ты, ну бас, придумал, блин. А я тут, смотри, печку ставлю и сундук. Смотри, как это круто все здесь выглядит. Вау, прикол. Да, мне тоже нравится. Я все эти кустики поставлю в голосовочки нам. Чтобы у нас просто было опять очень много кустиков? Чтобы просто вкусно было, вкусно пахло. Блин, ну бас, нифига ты как сделал. Да получается, можно сюда подойти. Так вкусно пахнет. Это получается, смотри, ну бас, мы с тобой будем просыпаться, нюхать кустики и с самого утра быть бодрыми. Воптенки. У нас будет очень много энергии, и мы сможем потом убивать и троллить прокиндолов. Нифига, блин, так круто, мне прям так сильно это нравится. Блин, надо сделать освещение какое-нибудь прикольное. Так ты же уже сделал эти фонарики. Так они только коридор освещают. А ну да, так а здесь же мы спать будем, здесь же не надо, чтобы нам света много было. Ты чё, нубас? Подожди, я же не нубас какой-то там вообще. А кто ты тогда? Я профессиональный профессионал. А, ты генерал, еще и профессиональный профессионал? И все так-то. Ничего себе. Я, ну бас, многого о тебе не знал. Опа, опа, Америка и Европа. Ой, ну бас, ты что тут песенки-то запел? Подожди, они что, светиться будут? Нифига себе. Это что, получается, светильники, что ли, которые можно будет выключать даже? Крутотень, ну бас. Я же мастер на все луки. Ну да. Я папа по вызову. Ну бас, смотри, я, в принципе, думаю, что у нас дом уже почти готов. И может это, пойдем посмотрим, что там прокиндолы делают. А ты броню будешь ставить? А, да, точно, я забыл. Я же броню еще придумал. Смотри, вот я тебе сделаю такую золотую броню, а себе сделаю кожаную. Я же как бы еще не настолько профессионал, как ты. Потому что ты вообще там генерал и профессионал. И вот я себе так сделал пока что. Она просто похожа на золотую, так хорошо ведь? Прикольно. Да, все. Ну бас, ну что, пошли посмотрим, что там эти прокиндолы делают. Пойдем. Так, стой, ну бас, подожди, я забыл. А давай, знаешь, что сделаем? Давай сделаем ключик, чтобы мы... Смотри, вот мы когда дверку так закрываем, чтобы сюда рычаги не ставить. Давай сделаем ключик. А как мы его сделаем? Сейчас я все придумаю, смотри, ну бас. Ну бас, смотри, я сделал ключики. Вот, смотри, ключ от дома нубиков. Круто, да, я придумал? Прикольно. Смотри, все, пошли, короче, сейчас этим рокиндолом. Стой, подожди, смотри, а здесь видишь? Здесь подъемчика-то никакого нет.
А давай сделаем коридорчик небольшой, вот прям здесь в стенке, смотри, ну бас! Блин, ну ты баска! Ой, а это прям даже сюда выводит, нифига себе! Но они, я думаю, что не догадаются, смотри, пошли, ну бас, за мной! Давай! Все, смотри, мы прям сразу же сюда вышли, нифига себе, да? Круто! Вообще, блинки-блинки, голова! Пошли, посмотрим, что там эти прокиндолы делают! Эй, прокиндолы! О, вы что, тоже уже закончили? Здорово, что там орёшь, зубастый? Здорово, пещерный! Что ты орёшь? Пещерный человек! Короче, парни, у нас для вас очень крутая штука. Какая? Пойдемте покажем. Пошли. Давай за нами, пошлите, вам понравится. Вы же любите золото. Ну-ка не орать, ну-ка стоять. Нифига себе, это что? Назад. Ну иди сюда, ну-ка ко мне. Это что такая за коробочка? Не летай. Подождите, тихо, сейчас слушайте меня внимательно. Сейчас вам нужно... Да что ты делаешь, стой? Это металлоискатель. Ага, так, и чё? Металл ищет. Не орать. Вам сейчас нужно по одному пройти через металлоискатель, а дальше сюрприз. Решайте, кто из вас первый пойдет. Ну, босс, вот подожди, может, я сначала на босс пойду? Подожди, я дорожу своими солдатами. А, все тогда, тогда идите, генерал. Есть, сэр. Генерал, проходите вперед. Не, я передумал. Что ты передумал? Блин, вы что, офигели, что ли, генерал? Ты что, испугался, генерал? Тихо, горя. Холофо, пойду, ну не я. Да ты, блин, офигел. Ну ладно, так уж и быть, я схожу. А там же ничего опасного нету, да? Нет, ничего там, все, да, ну золото же, ты же видишь, золото. А, да, золото, блин. Такая красотень! Все так. В порядке, давай. Ой, блин! А, я забыл, у меня же ключик есть! Так, железный предмет! Давай, вот, забирайте! Вы что там делаете с нубасом? Да ничего, радиация, мы забыли предупредить чуть-чуть. А, блин! Давай, заходи тоже, заходи! Ты пробегай, быстренько успеешь! Давай! Один, два, три! Бью! Так, железные предметы! Я сейчас умру, вы чего хоть? Там чуть-чуть радиации бывает, да, такое? Да это просто мы забыли ключики выложить. Радиация сильно, мы вам скафандры забыли дать, забыли предупредить. Блин, нифига вы, капец вы глупые, а. Так, давайте решайте, кто у нас будет первый заходить. А что там за комнатка? Там галерея. Галерея? Какая галерея? Можно тогда я пойду первый? Не ржи. Давайте, проходите, кто первый? Давай, можно? Давай, ну, бас, можно тогда я пойду первый, потому что я же первый заходил в эту калитку. Давай, а второй иди сюда. Второй, так, иди сюда. И что здесь? А что здесь ничего нету? Здесь телефон есть. Вот это телефон. Свяжись с Нубасом, звони ему прямо сейчас на связь. Вот сейчас ты позвонишь ему и выйдешь с ним на связь. Он тебе будет рассказывать, что там. Давай, быстрее. Алло, Нубас. О, где это я? О, нифига себе! Ай! Блин! Тихо! Стой!